Смотрите, как красиво мы приехали в Люру, такой городок недалеко от Сиднея, 1,5 часа. И тут все цветет, цветочки всяческие, ирисы, такой Прованс, австралийский Прованс, вишни. Смотрите, артишоки. Вау, обалдеть. Мы приехали в такой антик центр. Артишоки. Всякие штуки интересные, много посуды здесь есть, очень даже неплохие, ну всякое, такой вот огромный антик, какой он огромный. Вот туда 2 этажа полных всего. Вот такой у нас жасмин здесь ароматный, кусты. А здесь прям целая аллея. Красота. Хотим играть в рагби на пляже. Покажу вам, что взяла с собой. Такой у меня наряд. Шорты и кофточка. Так. Ну, мы тут на пляже, так что все это можно. А дом Милограна. Реально, мы когда приехали, открыли, дом благоухает Милограна, вот этим гранатом Санта-Марина Веловским. Он здесь в каждой комнате, ну и прям пропитал пространство. Вот так тут все красиво у меня в нашей комнате. По парфюмам. Колонь, это мужа, очень он ему нравится. Колонь by Kilian. Такой, знаете, розмариновый, цитрусовый, свежий, пряный, чуть-чуть с горчинкой аромат. У меня Fleur d'Orange от, хотел сказать, Байреда, от Лилаба. Очень он мне нравится, особенно летом, особенно где-то вот рядом с водой. Очень мне захотелось вот этой прекрасности. Это у нас ностальгия, ностальгия от Santa Maria Novella. По-моему, уже снятость. Ну, это все слухи-слухи, ну, по-моему, да. А Parisian Mask, Матье Премье, очень его люблю. Вчера вот была в нем. И вдогонку кинула 2 аромата от Strange Love, New York, Melt My Heart и Lost Flowers, Lost in Flowers. Смотрите, какая красивая у него окраска. Очень их люблю. И, как оказалось, у меня в моей косметичке лежал Kilian Intoxicated. То есть у меня получилось
такой вот travel, у меня получилось вот столько парфюмов с собой. Intoxicated. Обожаю его. Такое алкогольное кофе. Ну, тут всякие мои бусики, штучки. Фотоаппарат. Вот эту маску взяла, положила ее именно вот сюда. Хочу ее сделать на ночь. Ее можно наносить на ночь. Моя любимая, наверное, сейчас увлажняющая маска. Биологик Ресерч тоже я очень люблю, но увлажнение. Она прекрасно работает, но у нас сейчас все sold out. Нужно вставать в какие-то waiting-листы. Вот это вот ничуть не хуже, даже, наверное, где-то лучше. Mask 27 от Cosmetics 27. Обожаю. Потрясающе. Хотела показать вам ее консистенцию. Вот она такая вот прям реально очень взбитая, густая, вот никуда не проливается, бесподобная. Дозировка здесь простая, здесь к ней прилагается вот такая вот лопаточка, и вот до сих пор вы набираете продукта, можно даже меньше, наполовинку, и наносите. Приготовили на обед сегодня вот такого хека, это очень вкусно. Сначала картошка запекается до такой полуготовности, а потом на подушку кладется хек, ну, толстенькие кусочки, в лимоне, сверху масло сливочное, соль, перец и розмарин. Вот хек и розмарин – это кайф. Такой ужин в домике у воды. Салатик, ну, очень легкий, тут разные травки. Ну и повторюсь, хэк. Хэк прекраснейший. Утро такое. Красиво. С кофе, Тима чай, мы сидим и балдеем. Доброе утро, попугайки. Хороший. А дружок вот сидит. Привет. Привет. Пришли на пляж, а здесь не покупаешься особенно. Вот тут такой есть рок-пул, но вода невероятно холодная. Зато очень много серферов. Купаться сегодня запрещено, потому что волны очень сильные, отлив. Вот там спасатели. Можно только серфить. Убиваешь, да? Вау, она посмотри. Сначала убивает баклажан. Это будет еще другой какой-то, да, паштетик? Это салат. Ты все это ел, но только ты забыл. Я все ел, но это так вот вкусно. Ты забыл это все. Так, я сейчас специально посмотрю тебе и Леша пьяный. Что? Yeah. Mm-hmm. There. Oh yeah.
Он как-то стоит не прямо, не... It's not level. Вид сегодня. Серферы. Вернулась в зал. Не было возможности ходить. Были школьные каникулы. Мы ездили. Вот сейчас набегала 7,5 километров. Все же на Кургане, да? На отдыхе. И почти 600 калорий. В общем, хорошо. Вливаемся опять в спортивный режим.